Очень тонкая, мягкая веревочка. Здесь не металлический, а такой тряпочный шнурок. Ну, наверное, он будет лучше, чем пластиковый. Микрофон вот так вот вытащился. Не очень мне это нравится, конструкция, если честно. Попробуем. Уровень звука достаточно низкий. Сейчас я попробую его поставить немного повыше. Голосовая активация на данный момент не работает. Он думает, что тишина на самом деле. То есть чувствительность достаточно низкого микрофона. Сейчас попробуем что-то сделать. Так, при максимальной чувствительности уровень загрузки получается где-то на, не знаю, будет ли здесь видно, уровень загрузки получается, ну, почти что полный. Если микрофон будет висеть на петличке, как петличка, то уровень звука, ну, вроде бы достаточно неплохой получился. Очень красивый пакетик. Здесь кабель тоже тряпочка, тканевая обмотка, но уже потолще. Нравится он мне чуть-чуть больше, если честно. Интересный штекер, не совсем стандартный. На том же уровне громкости включаю запись. Так, этот микрофон показывает, ну, уровень намного лучше. Скорее всего, у него и шум будет меньше. Я думаю, потому что вот здесь вот такая тряпочная штучка. Попробую подуть в него. Это не по... Так, вот на уровне груди, если он будет закреплен, то уровень звука будет, ну, достаточно, видимо, неплохой. Чувствительность у него более-менее. Проверим, как с ним дела обстоят. Вот здесь вот такой маленький торчок, он, ну, как бы съемный сделан. Вроде бы держится. Включаем запись. Так, уровень звука примерно как у предыдущего, вполне нормальный. На расстоянии, так, если его лепить на карман, на пиджак, то, в общем-то, звук, в принципе, вроде бы слышно получается. Ну, будем считать, что примерно они по качеству одинаковые. Правда, это чуть-чуть подороже. Попробую немного снизить чувствительность. Вот этот звук записан со средней чувствительностью, то есть будет чуть-чуть меньше шума. Расстояние до микрофона примерно сантиметров 30. Видно, что намного меньше попадает шумов по уровню записи. Заметно это. Запись со средней чувствительностью. Расстояние до микрофона 30 сантиметров. Это микрофон за среднюю цену. Не самый дешевый, не самый дорогой. Это самый дешевый микрофон. У него нет противоветровой защиты. Выглядит он самым хилым. У него самая тоненькая веревочка. Качество вроде бы вполне неплохое. Главное, что будет, когда в него начнут вот так вот плевать и дуть. Это очень, ну, слишком близко его подносить, наверное, ко рту не стоит.